Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня трэш на русском сервере. Давно я уже сюда не заходил. Именно под акции, именно на акции. Я так покажу, показываю вам все, но давно уже здесь не доначу, не играю. Ну а у нас сегодня трешечковые видео. У нас сегодня мутные подогнали, мутный подарок мутному. В общем, вот так вот. Это аккаунт главы гильдии. Вот этой гильдии мутные, которая находится на русском Android сервере. Кидайте заявочки, вступайте. WhatsApp на экране, атака фортов 20.00, пропуск БГКик, первые, вторые, третьи места, битва гильдий, атака фортов. В общем, это глава гильдии. У нас сегодня сагильдийцы ему сделали обалденнейший подарок. У нас сегодня, ребятушки, супер паки есть, 600 пыльцы ему подогнали, и мы будем пробовать с вами вытащить ему Зефира, недостающего героя. Огника вы видите уже на экране. Сейчас я гляну, что у него там по осколкам. Розочка есть. Сейчас посмотрим. Скиталец, дуэлян, королева. Ос. 101 осколок Зефира, ребят. Вот так вот. Аккаунт у нас, ну, немножко донатный. 371к задонено. В принципе, по героям. Сейчас посмотрим. Интересно, что у него по героям есть. 88-95. Вот так вот. Фобоса, кровавой Мэри, ну понятно. Зефирика не хватает. Дуэлянт есть. Оккультиста нет. В общем, вот такие вот дела. И нового героя тоже нет. Так, окей. Он в акции не бегал, оставил нам. Поэтому мы сейчас заберем, посмотрим, что у нас тут на русском сервере интересного будет. Воу-воу-воу. Я уже думал, там синенький, это мы Зефирика достали. Фиг там. Так, понятно все. Тут Огник, не меняют награды они. Странно, вот хотелось бы, знаете, чтобы хотя бы раз в месяц они меняли полностью акции. Вот это было бы реально круто. Но, к сожалению, хотя бы награды меняли. Я говорю именно за английский сервер. Такие вот плюшечки мы получили с колеса. Карта богатства у него забрана. Так, ну тут у нас 600 пыльцы, ребят, 600. Но я думаю, однозначно мы соберем. Сейчас пробежимся еще по акциям. Так, войди в игру, базар, выращивай призы. Это мы, в принципе, тоже можно сразу зайти забрать. Попросил забрать ему акции. И попробуем собрать ему этого Зефира. Надеюсь, Ярославу мы сегодня поможем. Так, и мутные будут довольны. Так. Поехали. Вот больше всего мне не нравится на русском сервере, и всегда не нравилось, то что здесь очень большой отклик на акции. Тут можно было просто, о, ничего себе, нифига себе плюхи. Карты Кваста. Но с выходом кровавой Мэри я задумался, стоит ли людям забирать Зефира. Они, конечно, в цене упали конкретно после выхода дуэлянта. Но сейчас ни Огники, ни Фрейя не будут равняться с кровавой Мэри. Кровавая Мэри — это просто нереально. Я посмотрел видос, и побегал на волну и понял, что дальше будет просто жесть. Они реально сняли ограничения. Так, что-то плюхи нам не пришли. Странно. Странно, странно очень. Писем пока нет. Так, ладно, поехали дальше. Выращивай подарок обновления, цветущие бонусы. Поехали посмотрим, что здесь интересного есть у нас. Деревья. 1500 значков почета. Ну, эти акции, они никогда не были топовыми. Раньше, как только ввели... Ремка с 5 сет, нифига себе, ну это я считаю подарок нормальный. Яйца, разбей яйца, вот когда-то было реально самые обалденные акции, ее все трешивали, пробовали, развлекались. На сегодня в нее фактически никто уже не играет, она бессмысленна. Так, значки почета одни отсюда дают нам. Сет отличных рун. Ну, нормально, кстати, плюх.
Седнушка, отлично. Кристаллики. Легендарная. Так, понятно, вот разбей яйца. Сейчас мы забежим туда, посмотрим. Что там интересного есть? Огникрыл. Ну, здесь награды уже давным-давно не меняли. Могли бы поменять и сделать хоть какие-то плюхи. Но, к сожалению, с момента моего ухода с русского сервера здесь ничего толком не поменялось. А героев после Огника вышло уже дофига. Но оккультиста хоть добавили. И то как-то его так странно добавили. Золотой ключик. Сейчас посмотрим русский рандомчик. Эссенция питомца. 50 штук. Раскол. Пятый сет. Ну, пятые сеты хоть начали давать. Большая выгода. Сейчас посмотрим, что здесь дают. Так, ну и счастливое число, большая выгода, настолько еще есть. Уже столько акций. Сейчас мы пойдем ловить. Мне интересно в саму даже настолку поиграть. Посмотреть. Так. Большая выгода. 20к кулаков нормально. Пойдет. Так, счастливое число. Ну, удачу давайте потом проверим. Сокровищница, это затрату. Временная настолка. Настолка будет интересно посмотреть, что мы с настолки вытащим сегодня интересного. Такс. 12 попыток, ребят, поехали. 1400. Карта, неплохо, это хорошая тема. Дальше. Мешочки прайм, отлично. Сейчас у нас будет уже удвоение, x2. 2 вольта, ребят. 2 вольта получили. Ну что, поздравляю. Не знаю, конечно, зачем они тебе нужны будут. Так, поехали дальше. Что-то русский сервер. Руна таланта 10 уровня X3. Нифига себе. А, это рунка, блин. Я думал, это эмблемы. Это эмблемы дают уже. Блин, видите, что-то русский сервер реально подвисает у нас. Ну, поздравляю. 2 вольта у тебя еще есть. Ой, отлично, 8. Отлично, вообще просто огонь. Нормально, еще и самиков добыли ему. Классная тема, кстати. Сундучки. Уже X3. Ну, 2 нам вряд ли выпадет. Так, 3 пазла получили. Ну, такое, эмблемки такое. Блин, классная акция, не знаю, мне она нравится. Реально она крутая. 400 книг. Камешки ПЕ 2000 тоже неплохо. Неплохо было бы Апекс. Так, еще пазлы. Просто жесть. У вас осталось шансов один, у вас не осталось шансов. Что за прикол? Что за бред? Тут вообще ноль. Так, 11 пазлов. Ну, блин, дуэлянт есть. Блин, одного этого не хватает. Но может завтра повезет. Она, по идее, сегодня 19-е, 20-е. Она завтра тоже будет. Может завтра, сейчас посмотрим. Так, ну вот такая вот настолочка, блин, жестко. Настолка, конечно, классная тема. Получить все. Вот, жесть. Плюх нахватали, и то это еще не все плюхи. Еще у нас куча, у нас места не хватает. Вот так вот, ребятушки. Так, не хватает места на складе. Ложились. Сейчас пооткрываем осколки. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the
Так, отлично, скины, скины сейчас, конечно, качать. Самое то. Так, блин, ну я, наверное, увеличу места, потому что в любом случае ему потом места нужны будут, как он хочет, не хочет. Еще такие вот плюшки, смотрите, и сами ко мне немножко получили, отлично. Карточка, ремочка. Интересно, какой тут сет. Самый топовый. Так, самый топовый сетик. Исцеление, неплохо. Я думаю, у него героев топчик прокачаны. Так, смутные. Поехали к самому интересному. Тыковка, я думаю, здесь. Есть тыковка топовая. К самому интересному, к самому интересному. Отлично, 23 руны у него. Вообще супер. Поехали, поехали ловить, ловить этого мега имбового героя на сегодня. Ну, уже не такого, как раньше. Поехали. Посмотрим, что у нас получится. Плюс один осколок. 50. Плюс 5. Плюс 2. Воу-воу, нифига себе, русский сервер, да ты чё? Прям дуэлянт десяточка. Зефир. Мешочки. Опять зефир. Как-то странно. Упал вроде зефир, зефир. Или это мне показалось уже? Книги. Еще 5 осколков. 127. Дуэлянтик. А сколько у него дуэлянта? 20. Ну, дуэлянта он уже собрал сегодня одного. Да, неплохо, неплохо. Так, 129. Что за фигня по 100 камешков дают? Вы что, издеваетесь? Так, плюс 5, плюс 2. Ну, конечно, у нас увеличили количество осколков. И реально сейчас дуэлянта собрать... Ну, на русском сервере, в принципе, можно нормально. Смотрите, смотрите, что делается. А вот зефира посложнее собрать. Все-таки. Зефиров много осколков разных падает. Это раз. Ну, и сейчас что то собирать сложнее. Потому что добавили разнообразие в остров награды. 155. Ну, я думаю, мы тут жахнем. По-любому мы жахнем. 45. Давай. Еще. 168. Осталось 30. Вот теперь точно осталось 30. Вот отлично. Отлично. Вот радует, когда еще дополнительно отсюда уже начали падать. Интересно, сколько мы дуэлянта? Уже четвертую часть дуэлянта собрали. Смотрите, как падают. Офигеть, 183. Так, отлично. 188. Опять мешочки. Все, полный рюкзак. Забили, короче, мой рюкзак опять. Блин, неплохие плюхи. 1800, вообще отлично. КГшек еще получили нормально. Ну, поехали. Тык, плюс 5. Плюс 1. Зефира много не бывает. Плюс 40. 2. Ну, интересно, соберем мы до или нет? 197. 198. 199. Это троллинг просто какой-то. Ребят, 200, даже не дошли до этого. 4 по единичке. Это просто трэш. Ну, что, поздравляю, Ярослав, у тебя уже есть, наконец-то, зефир. Попыток осталось у нас, в принципе, прилично.
230. Поехали дальше, попробуем. Плюс 5. Еще плюс 5. Карта смены. Там ребята писали, как-то быстро вот так вот сделать. Ну вот сделали, ну не знаю, не знаю. Плюс 30 осколков, нифига себе. Люблю я так трешевать, конечно. Плюс 18, смотрите, как обалденно сыпет. О, сколько там сумочек выпало. Это что за прикол такой? 261. Все. Ну, у него как раз завтра еще одна попытка. Плюс 5 осколков. Ну, считайте, я ему собрал за 600 фактически почти целого зефира. То есть 600 осколков, ребят. А что у нас по дуэлянту? Зефирик. Бум. Добавить 5 складов на склад. Ну, конечно, добавить. Обменять осколки. Что у нас дуэлян скажет? 70. Вот так вот. Ну, видите, дуэлянта сложнее собрать еще. Ну, хотя сегодня вроде там 100 осколков дуэлянта продавали. А, так, забрали плюхи. Поехали еще плюшки пооткрываем. Какие у нас там есть? 19 сумок, ребят. 19 сумок у нас. Обалдеть. Отлично, еще и скин получили. Вообще огонь. Вот это радует. Такс. Дофигища коробочек для прокачки. Сейчас посмотрим, что у него по камешках. Сможет ли он ему 30-й прорыв зафигачить. Еще и книг добавить добили. Вообще огонь. Вот такой вот, ребятушки, у нас сегодня трэш на русском сервере. Мутные намутили мутному. Мутный подгончик. Ну, видите, месяц там новый прошел, и герои реально стали дешевле намного все. Да, вот так вот. Интересно теперь кровавую Мэри вытащить, посмотреть на нее в действии, что она может, как она будет себя показывать на локациях. В общем, это нас все ждет впереди. Так, смотрим. Герой. Герой есть, открыть. Использовать зефирик. Чик. Так, смотрим. Там сразу же у него должен быть сейчас скин. Хороший аккаунт. Ремочный. Да, ремочный. Ну, не знаю, огненка на сегодня для него нормальная тема. Так, а у него уже скин был активирован. Уже даже 5-й левел. Мы немножко добьем. А, так, с этим разобрались. Я хотел еще посмотреть. 7000 книг нормально. Еще дополнительно 8 косамов ему подогнали. Отлично. Что по рунке? Рунки есть. У этим по камешкам сможет даже 13-й скилл, если другие есть. Апекс есть, эти есть. Ну, все для того, чтобы 30-й прорыв ему качнуть. У него уже есть. Вот так вот. Поздравляю с приобретением. Неплохой герой. Нужный на сегодня. Но посмотрим, что будет дальше. Вот такой вот, ребятушки, трэш. Пишите комменты, ставьте лайки. Ждите новых видосиков. Я еще забегу в счастливое число, посмотрю, что там интересного есть. Что-то интересное ему выбьем. Здесь дуэлянта дают 21 шанс. В общем, вот такой вот трешачок. Все, всем удачи, всем пока.